В правительстве сегодня озвучили главную причину дефицита и подорожания сахара в стране. Только с начала года сладкий продукт взлетел в цене на 87%. Чиновники выяснили, во всем виноват сахарный монополист. Он скупал большую часть произведенного белого песка и не продавал его другим оптовым представителям. На рынке появилась явная спекуляция. Если раньше 1 килограмм стоил 420-450 тенге, то сегодня почти в два раза больше. А отечественные заводы не смогли покрыть потребности из-за нехватки средств, проблем с поставками сырья из-за рубежа и запретом на экспорт сахара из России. Он действует до конца августа. Помимо этого, Агентство по защите и развитию конкуренции выявило факты незаконной реализации сахара сразу четырьмя заводами. По закону они обязаны делать это через товарную биржу. Но предприятия продавали сахар на сторону и без отчета. Чтобы не допустить подобных случаев, правительство поручило ужесточить контроль на рынке, продавать товар только через биржу и рассмотреть варианты финансирования заводов. Основной объем произведенного в стране сахара закуплен оптовым поставщиком, который законтрактовал 90% производства в Казахстане сахара. При этом ограничивается доступ к произведенному сахару других оптовых региональных поставщиков, торговых сетей. А согласно нормам предпринимательского кодекса запрещается действие или бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующие или монопольные положения, которые привели и приводят к ограничению устранения конкуренции. Сейчас ведется специальное расследование.